Всем привет, друзья, с вами Неломоп, и мы возвращаемся в растение против зомби Садовая война. Plants vs. Zombie Garden Warfare 2. Ту. Значит так, мы сегодня... мне еще говорили, ребята подсказывали в комментах, я просто не совсем еще освоил этого персонажа, что нажимая правой кнопкой, какой-то будет лазер. А ну-ка, проверяем. А как стрелять? Ага, он собирает силу, и потом лазером как будто пулькает. О, да это круто! Он может как будто бы с рукавички своей стрелять. Не, это круто. Ладно, но мы сегодня играем другим персонажем, следующим. Этим мы играли, сегодня мы играем за пирата. О, какой он классный, гляньте-ка на него. Пират, злодей такой. Так, выбираем пирата. Так, он выбран. Почему? О, появился. Я могу им покрутить, полюбоваться им со всех сторон. Не, классно они, конечно, рисуют персонажи. Я любуюсь и наслаждаюсь этим. Мы можем сделать кастомизацию. Вот такой обычный пират. А мы можем сделать какую-то кастомизацию. Вот, у нас, по-моему, можно головной убор каким-то образом изменить. Пушка скинов тут нету. Только здесь какой-то у нас есть вариант. Вот, то есть мы можем вместо головного убора ему применить вот такую штуку. Он смешной. У него вместо головного убора какая-то пиксельная ерунда на башке. Но это нас не устраивает. Давайте его оставим стандартным тогда. Пускай он будет стандартным, чтобы мы видели, что это точно пират. И что мы сегодня будем пробовать им играть. Yes, yes, поехали. Так, вот мы теперь пират. Сейчас будем изучать, как он работает. Но вначале мы пойдем выполнять задание. Что-то у нас... Значит, где-то... Ой, он так как-то медленно двигается. Это из-за того, что у него одной ножки, скорее всего, нету. Так, можем... Ух ты. Значит, что это такое? Ага, у него как будто бы получается для ближнего боя оружие. Приближаться можно. Но, судя по всему, у него как будто такая двухстволка, что ли. Побеседуем с тобой, с доктором. Что ты нам скажешь? У него все задания мы выполнили. Все задания с этим доктором мы завершили. И теперь нам нужно как-то... Ой, так медленно двигается. Но зато этот пират... Высоко подпрыгивает. Он низко очень подпрыгивает. Гляньте, какой у него маленький прыжок. Мне кажется, что он какой-то не очень хороший персонаж. А, в бочку залез. И он могу двигаться. Left mouse detonate. Left mouse detonate. Давайте нажмем левую кнопку мышки. Чикс. О, бомба зажглась. Сейчас как рванет. Бау! И он выпрыгивает из бета. А что это за табличка такая? Откроем ее. Так, ага, кто создавал это все добро, понятно. Нам нужно найти портал. Ищем портал, ищем портал, ищем портальчик. Портальчик. Вот здесь где-то были порталы, правильно же? Ой, тут какая-то прямо таки... А вот, этот портал мы с вами открыли, и, судя по всему, мы тут будем сейчас проходить нашу следующую миссию. Опа, залез. Значит, смотрим. Вот, мы в этом уже были, в местечке. А ну, единица. Это что? О, я превратился! Я превратился в какого-то попугая. Ничего себе. То есть мы можем так лазером стрелять, оказывается. Можно потренироваться. Вот, я могу выше подлетать. Ага, нажимать пробел. И мы сможем подлетать выше и сверху их расстреливать всех. Крутяк. А какие у него left space подлетать выше. А двойка скидывать бомбы какие-то, да? Я нажал на 2. А что произошло? Двойка ничего не дала. Почему? Я не понял, как это работает. Ладно, бежим миссию брать. Так, а как мне отсюда выпрыгнуть сейчас? Ага, все, кажись, разобрался. Меня вернуло обратно. А тройка что? Я на какой-то пушке буду сидеть. Ну, сейчас будем уже, наверное, на миссии разбираться поподробней. Так, запускаем миссию, запускаем, запускаем. Соглашаемся на все его уловочки. Так, вот, раз. Значит, тут мы должны сейчас, по идее, миссию взять у него. То есть что, я тут еще ни одну миссию не брал, получается? Знак восклицания, нету галочки. Ну, значит, пошли выполнять. Поехали. Согласен я? Брейнс, конечно, согласен. Поехали. Фух. Мы сегодня играем за зомбачков. Почему? Потому что я решил так играть, что каждая серия будет посвящена отдельному персонажу. Да, мы этим персонажем играем. Вот этим. Поехали. Высаживайте меня. Каждая серия у нас за нового персонажа. За растения мы уже всеми по одному разу сыграли, а за зомби я еще не играл за всех. Так, вот поэтому я понемножку всех испытываю и смотрю, изучая, какие у нас есть зомби. И я хочу сейчас этого, получается, пирата здесь поставить. Сегодня у нас пиратный день. Вот. Но мне ребята, честно говоря, говорили, чтобы я каких-то ставил персонажей, которые могут лечить. Но я хочу не так действовать. Я хочу, если я каким-то решил персонажем играть, то я, значит, буду этих персонажей и вызывать. Чтобы у нас как можно больше было одинаковых. Нам надо теперь добираться до этого местечка. Ой, а если я сейчас нажму на тройку? 3. Сел на ракету. И чё? Я могу на ней летать?
А, я могу с ракеты стрелять! Крутяк! То есть мы можем где-нибудь поставить себе вот такую штуку и расстреливать всех подряд. Классно! Это очень круто. Это у нас приближение. Обычная стрельба. И тут мы сейчас, получается, активируем наш тотем. Тотем активирован. Вот эту штуковину будем сейчас защищать. Какая-то инопланетная ерунда. А ну видите, как будто бы инопланетяне. На самом деле это зомбаки все кругом. Теперь на нас через 30 секунд будут нападать, по идее, наши недруги. Ага, мы можем еще защитные сооружения. Это лечит нас. Это... Давайте пулемет поставим. Вот, пулеметик сюда. А тут могу тоже что-то установить? Пулеметик сюда. Пускай у нас тут будет... А тут, допустим, пускай нас лечит. Жизни нам заполняются. Вот. Так, а тут мы можем, например, тоже вот такую поставим. Ушел. Робота такого поставим. 3 секунды на начало осталось. 3 секунды. А тут что там подпрыгивает в воде? Я не понял. Что там такое было? Сейчас рассмотрим, сейчас посмотрим. Так, откуда бегут? Надо понять, откуда зомби нападают на нас. Пока... О, там что-то красненькое показалось. Вдруг откуда ни возьмись, нападают на нас растения. Идемте их встречать. Я пока никого не наблюдаю. О, вот они. Привет, ребята. Бом-бом-бом-бом. А-а-а! Бом-бом-бом-бом. Да, ненормальное у нас оружие, слушайте. Я переживал, что оно будет не очень точное. Вон как, смотрите, как у нас все хорошо получается пока что. Вон, мы уже с первой волной справились фактически. А, туда можно как-то забросить гранату. Ну, вернее, можем сесть на пушку и начать отстреливаться. Но пока они доползут до нас. Вон там, еле-еле. Бам, на тебе, на тебе, на тебе. Ага. То есть, когда я стреляю вот так, без прицеливания, он стреляет как будто бы такой дробью. А когда он прицеливается, тогда он стреляет, получается, более точно, как будто бы одним патроном. Поняли разницу? То есть, так прицеливаться намного мне выгоднее. Так, а теперь откуда будут нападать? Смотрим внимательно, смотрим. Так, вон они оттуда нападают. Ша посмотрим, ша посмотрим. Ша мы... А я здесь могу поставить еще вот такую штуку. Вот они лезут, лезут, растения, негодяи. Ой. Выйти сразу по нескольким могу. О, какие шустрые. Так, ставим пушку, пушку ставим. Давай. Покажи им, где раки зимуют этим растениям несчастным. Нате вам, нате вам. Так, все, а где мои жизни? Подлечите меня, пожалуйста, мне нужно больше жизней. Так. Подлечились. 80 жизней меня поливают этим снадобьем волшебным фиолетовым. Это значит, что у нас уже все налаживается. Так, все хорошо. Ой, растения ползут. Растения, проваливайте. Так, минус одно растение. Есть. Вот оно, лезут. О-о-о! Это что, бобы взорвались, что ли? Откуда лезут? Откуда? Вот отсюда. А, вот оно. Все, лежит. Лежать, растение, не смей ни лом побежать. О, тут бежит. Ой, какие они шустрые все, я не успеваю. Какой он шустрый этот. Он-то какой-то нереально быстрый. Ничего себе, перезарядочку оформляем. Какие-то они очень шустрые, слушайте. Я не ожидаю, что они так шустренько. Я не успеваю даже на кого-то прицелиться толком. Так, смотрим. Смотрим. It is your spandex flame resistant. Ну, теперь, по-моему, третья волна началась. А потом четвертая, это уже будет босс. Правильно же? Правильно. Ждем-с, господа, ждем-с. Где? Туда нападают. А вот, вижу. О, я одного вырубил, второго вырубил. Нате, растение. Это очень шустрое растение. Ай, вот они. Есть. Перезарядка. Есть, я его подбил, кажись. Так, откуда они ползут все на меня? О, рыба подскакивает. Рыба. О, кактус. Еще один. Бейте кактусов. Вот они тут ползут, на нас нападают. Все под контролем. Так. Тыквы, кактусы, боже. Все на меня нападает. Все против меня. Ох, я попал. Прячется. Так, больше никого пока не вижу. Так, перезарядку пока оформим давайте. Раз уж они так медленно ползут там. Так, раз. Два. Я как снайпер их всех снимаю. Эти вот, получается, что это такое? Какие-то непонятные кактусы, они очень медленные. Мне очень легко получается с ними справляться. Так, вот там где-то было что-то желтенькое. Еле-еле. О, на тебе, прям хедшот. Я такой снайпер крутой, слушайте, я аж сам в шоке. Так, все под контролем. Да, там какой-то, правда, кактус. О, пропал, 9 секунд. По-моему, сейчас будет финальная волна с боссом. Мы, наверное, сейчас используем попугайчика.
превратимся в попугая и будем подлетать в воздух. Босс же сейчас будет нападать, да? По-моему, сейчас будет босс нападать, если я не ошибаюсь. Смотрим внимательно. С какой стороны? Ага, вот они тут красненькие появились, товарищи. Сейчас мы подойдем поближе. Может быть, где-то здесь стоит поставить пушку? Вот такую, например. Так, а где, где, с какой стороны? Вижу, 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 вижу. Бам, есть, минус один. На. Ай-яй-яй, бьют, бьют, бьют. Кактусы, цветы, кактусы. Я хотел пушку активировать. Пушку, есть пушка. Давай, стреляй, огонь, огонь. Откуда стреляет? Вот там, получайте. Получайте, несчастные. О, как жестко. Так, включаем, активируем. Полет, полет попугайчика. Попугайчик, в атаку. В атаку, попугайчик. О, как я высоко подлетел. Слушай, классный. Атака с воздуха по растениям. Атака с воздуха, защитить, защитить тотем. О, я приземлился. Гранату, то есть бомбочку, бомбочку заряжаю. Я бегу, бегу, сейчас будет взрыв. Давайте, растение, подходи по одному. Бу, колобанга. Так, назад, 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 назад. О, я вижу, вижу, вижу кактус, кактус, кактус. Подлый кактус нападает. Кактусы, проваливайте, это моя территория. Защищается листом капуста. Капуста, ты чего? Так, жизни у меня достаточно. Бомбочка ее одна имеется. Что, пятая волна? То есть на пятой волне будет босс? Или не будет босса здесь вообще? Я пока босса не видел здоровенного, которого нужно будет уничтожить. По-моему, мы прошли. Или нет? Прошли или нет? Пять волн мы защитились. От пяти... А, вот сейчас квест-босс. Вот сейчас... А, дерево будет огненное. Вот это же сейчас будет. Сейчас будет очень сложно. Пушка есть, попугайчик есть, бомба есть. Как мне поступить лучше всего? Наверное, мне стоит с этой бомбочкой к нему подкрасться поближе. И оба, и цветы, которые кусючие. Ой, сейчас будет, чувствую, жарко. Так, есть. Минус один, минус два. Босс ползет. Вот он, босс. Вот он, босс. Бейте по нему. Цветок, цветок будет его подлечивать. Цветок, уничтожьте цветок, пожалуйста. И с этой стороны лезут. А-а-а! Со всех сторон. Бомбу, бомбу. Они обмазали нас грязью. Не дайте им уничтожить нас. Бомба! Бомба вперед! Зажигай! Бомба! Взрыв! Аллах Акбар! Попугай! Воздух! Попугай! Бомба! Назад! 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 Цветы! Боже ты мой! Что происходит? О, деньги, 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 деньги! Так, 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 так! Так, 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 бомбами! Давай, давай, давай! Заряди! Боже, сколько золота! Вот это жесть! Вот это жесть! Вот это его бомблю! Бомблю, бомблю! Так, бомбочка есть! Еще раз! Бомба! Подкрадываемся! Поджигаем, поджигаем. Ну, давай, 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 давай. Он бегает. Бау! Бау! Вот это жесть! Вот это я его подорвал. Дерево, тебе крышка. Мы уничтожили дерево, слушай. Это было необычайно. Кристалл, диамант дали мне. Алло. Ничего себе. О, там что-то еще бежит. Кто-то еще бежит. Кто-то бежит. О, замаскировался. Ты смотри, какой хитрый. Он в вазу залез. Растение залезло в вазу. Ой, мамочки, залезла в вазу, думала, я не замечу. Давайте напоследок залезем в бомбу, это просто офигенно. Подожжем? Это, по-моему, мы справились уже, концовочка подоспела. Юху! Попугайчик? Попугайчик уже не нужен, потому что мы прошли. Нужно больше золота, больше. Алмаз. Фух. Так. Return to the backyard. 7500. Не мог у тебя девушка Сьюзи и один вопрос. Почему ты сказал, что Хлоя беременна? Не Хлоя, как же ту девочку звали? Которая у нас была... Я забыл, она была там в кабинете. Ой, не в кабинете, а в том в общежитии. Она в комнате сидела. А та была беременна. Но она, по-моему, сделала аборт. Если ты про Life is Strange. Фух, 5 волн, это мало. Ничего себе мало, слушай! Я чуть не погиб. Ты видел, как мы сражались, как львы самые натуральные. Ребята, тут, короче, я не нашел... А, нет, фигурку я тут нашел за этими сооружениями. Гномика нашел одного. Давайте посмотрим. Может быть, нам стоит еще одно задание пройти? Но давайте по одной миссии будем проходить за серию, окей? Не будем сильно так увлекаться и захватываться этим всем делом. Магазин тут нам недоступен. Где-то здесь можно еще что-нибудь попытаться найти. Давайте залезем в портал пока что. В следующей серии мы сейчас покажем вам, кем будем играть. Сейчас мы... Ой, я что-то разбил. Я что-то разбомбил. О, боже, как он все расстреливает. Попугайчик.
Приветики, попугайчик. Ядра, 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 пиратские. В этом портале, скорее всего, будет босс какой-то очень сильный. Тут портал вот имеется... Гляньте-ка, что произошло? Чьи-то ноги торчат. Что это? Как это понять? Я не могу... Ух ты, банки всякие, банки, склянки. Банки, склянки, цуровитопанки. Значит, смотрите-ка, что тут еще? Грибы у нас имеются. Вот это у нас всякие головы. Ого. Ага, эти задания я повыигрывал. Рип. Почему рип написано? Погибшие все. Да как это так погибшие? Нет, да нет. Значит, тут выход на улицу. Кто-то мне говорил, что здесь можно с кем-то побеседовать. И мы получим бонус, как я получал от одуванчика. Но я не помню уже, куда тут нужно было подойти. И с кем же мне провести беседу. А тут я не пролезу. Но я сейчас так немножко... Нет, на улицу я не пойду, пожалуй. Нет, да нет, нет, нет. Я лучше вот грибы тут поразбиваю. О, я нашел маленького гномика в гробу! Что ты тут делаешь, бедолага? Ладно, мы его спасли. Гномика мы все же нащупали. Так, ворота нас пока не интересуют. Так, где-то здесь... Ага! Почтовый ящик подозрительный. Неужели здесь мы можем монетки получить? Нет, 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 это просто информационный ящик. Вот тут какой-то join us, присоединись к нам. Тут, значит... Тоже что-то имеется. Сейчас мы наверху тут посмотрим. Но меня порадовало... О, это что такое? Я могу куда-то улететь? По-моему, я могу в пушку зарядиться, и меня куда-то унесут. Ой, я упал. Я упал. Это не очень хорошо. Возвращаемся обратно домой. Домой, 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 домой. Тут небезопасно. Так, что у нас тут имеется? Почтовый ящик, табличка лидеров. Вот этот зомби-ученый. Тут мы... Вот тут я не досмотрел. Все, что-то тут имеется. Пушку могу вот поставить. Вот чтобы ящик открыть, нужны звездочки. А как зарабатывать звезды, я пока не шарю. Вот это моя, конечно же, проблемочка небольшая. Я не понимаю, где они берутся эти. Не, на самом деле я не вижу, где здесь я должен с кем побеседовать, чтобы мне дали дополнительные золотишко. Может быть, с глобусом? Давайте подойдем к глобусу. Или это... Ага. World option. Friends only. Invite only. Save game. Invite friend. Тут, скорее всего, quick player. Скорее всего, здесь надо играть командные бои, что ли? Так, а это у нас что за чудо природы? Мультиплеер, приват плеер, соло плей. Это, кажется, мультиплеер. То есть мы будем играть... О, Европ, 74 человека? Или это пинг? Регион пинг. Наверное, это пинг. Ну ладно, это мы будем еще с вами позже изучать, когда я миссии прохожу немножко, прокачаю своих персонажей. Еще напоследок я бы хотел бы вот это запустить. У меня 112 денежек имеется. И мне немного не хватает серебра, чтобы я себе купил Time Limited. Вот такую. Я хочу такую за 150 купить. Она, наверное, крутая будет. А дешевки я не хочу покупать. Мне это не интересно. Но у меня есть один подарок. Давайте ее вскроем. Так, мужичок с кастрюлей на башке. Так, цветочек. А у меня такой, по-моему, уже был, или нет? Mystic Flower. А нет, может быть, и не было такого у меня. Заработали, хорошо. Oh, yeah. Что? Не слышно. Донатики глючат, но я ничего не могу с этим поделать пока что. А это, может, с этим нужно было побеседовать, а ну-ка. О, Zomboss give me important job. He asked me to zombie soldiers. Видите? Вот это мне ребята писали в комментах. Zombie Soldiers. Давайте сейчас откроем. Zombie Soldiers. О, кстати, как раз все то, что нужно. В следующей серии мы будем играть за Zombie Soldiers. Вот за этого персонажа. Боже, гляньте, как у него ноги. Так вот, вот тут, 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 ноги. Значит, смотрите-ка. Мы за Zombie Soldiers будем играть в следующий раз. Я сейчас его выберу. Кастомизацию пока произвести не буду. Изучать, как он работает, тоже не буду. Но с этой штуковиной я побеседую. Вот, you are soldier, zombies tell me to tell you to do good job. Keep finding plans to make zombie happy. Окей, okay, my job is done now. Баба, кристаллы, диаманты, золото, боже мой, я богат, я самый богатый зомби в мире, в этой галактике всей. Все, ребята, на этом, пожалуй, будем завершать эту серию. Ого, ого, так у него пулемет, а не базука. Я говорю, что... Ой-ой-ой-ой-ой! И базука есть, ладно. Все, будем изучать этого зомби в следующей серии. Пока что спасибо всем большое за лайк, за просмотр, за теплый комментарий, за репост. Ну, за все. Увидимся в следующем ролике. С вами был Неломоп. Всем пока-пока.